Это 11 числа глава подписал соответствующее распоряжение о создании рабочей комиссии по проверке выполнения вот этих трех муниципальных контрактов, которые были заключены. Председателем этой комиссии назначен я, как отвечающий за проведение муниципальных торгов, и в данном случае сейчас корректируются даже обязанности по проверке выполнения, по завершению всех договорных обязательств по контрактам. Это общее перераспределение полномочий. Вот. По результатам этого распоряжения, по содержанию этого распоряжения, в комиссию еще входят там 5 членов, у меня, мы обязаны в 10-дневный срок представить главе результаты нашей проверки. Внутренняя проверка касается как процедуры заключения контрактов, так и выполнения в том числе и установки ответственных лиц и, соответственно, фактов реального выполнения вырубки этих деревьев. Вот. По результатам этой проверки глава был очень возмущен, и вчера он был просто дополнительно возмущен этим. И мне передали сегодня это вот. Мы надеемся, он возмущен был не тем, что на совете депутатов этот вопрос подняли. Нет, вопрос этот, вопрос этот очень глобальный, и факты подтверждения тому, они есть. Сигналы СМС, они идут параллельно вашим сигналам, и, в общем-то, и ваша проверка, она накладывается на нашу внутреннюю проверку, просто ее, сами понимаете, никто особо не разносит, не афиширует, но она такое решение есть. У меня сейчас на руках 3 муниципальных контракта, из того, что могу подготовить, могу передать, вместе с техническими заданиями, с актами выполненных работ. Да, действительно, по ним акты все были подписаны, оплаты прошли. Прошу прощения, в решении совета было указано, что копии должны быть заверены. Олег Петрович, все замечательно, но, к сожалению, решение совета поступает буквально за 10 минут до того, как начинается. Вы нам заверите копии. Я могу вам хоть сейчас заверить, если нужно, давайте пройдем и заверим. Это реальные копии реального контракта, который состоялся. По результатам этой проверки все виновные лица будут наказаны вплоть до увольнения. Вопрос возбуждения, там уже решит органы правоохранительные, решат о возбуждении какое-то, не возбуждении, применении мер ответственности к виновным лицам. От фамилии можно услышать, кто подписывал? Кто подписывал? Здесь вот есть подписи Бочарова Константина Васильевича, зам руководителя администрации, акт выполненных работ. Бочаров, это заключительная подпись, конечно, он несет ответственность общую. Основным, это, на мой взгляд, и по факту, в общем, те люди, которые проверяют на местах, самую ответственность несет этот технический надзор, который проверяет объемы выполнения работы. Объем подтверждаю, Пушкарев, подпись. Да, на этих контрактах сдал генеральный директор ООО «Морск», МОРСК Зеленкин. Глава. И на самом деле это получается, что это превышение полномочий, за которое вся администрация подставляет таким образом главу, и в итоге будет отвечать глава вместе с Бочаровым и со всеми остальными техническими людьми. А это все самое ведет уголовно наказуемая вещь. Мы все прекрасно понимаем. Должна отвечать технические. Я понимаю, что технических очень много подписались, но в итоге-то основной подпись ставит Бочаров,
А в общем-то отвечает вообще за все, это Гончаров. Ну, вообще за состояние города отвечает Гончаров, и все мы в этой связке работаем, и есть и наша ответственность, и повседневные, и прочее. Давайте вот сейчас, но никоим образом я к регламентным вещам не отношусь. Моя задача разобраться в процедуре и подтвердить факт выполнения работ, соответствующий срок, который мне поставил глава. Такую работу мы проведем, и соответствующий отчет мы вам направим. Также совет депутатов. А я вам понятно, что факт установки виновности это жуткое дело администрации, кого вы считаете глава, он докажет. Скажите, дальнейшие суды два вот этих трех муниципальных контрактов. Я так понимаю, по ним деньги полностью оплачены, да? Работа не выполнена. Сейчас же должно тогда как-то сортироваться, то есть это не хочешь, конечно. Исковое заявление в суд на возврат денег. Да, конечно, вот по результатам проверки мы все вот эти меры, конечно, они понимаемы, какие меры. Это, во-первых, наказание виновных, которые подписали, и, во-вторых, применение мер ответственности их подрядной организации, которая выиграла контракт, и если подтвердятся факты невыполнения ею работ, там даже, если там 1, 2, 3 дерева, и то возникает факт ответственности обоюдной. Конечно, это будет в установленном порядке применены меры. Если, а? Пока это выйдет. Нет. Вот у меня срок стоит до 21 числа. То есть у меня распоряжение с 11-го, рабочая комиссия создана. И 21-го я должен представить отчет главе. Я думаю, день там. Просто в унисон тогда этого вопроса, то, что сказал Сергей Евгеньевич, что сейчас происходит эпилога деревьев. Это в рамках какого муниципального контракта? Если она происходит, у нас сейчас на данный момент, вот сегодня только прошли торги по следующим адресам, которые представлены, и контракт еще не заключен. Вот сейчас какие-то работы происходят? Если они происходят, то я не берусь утверждать, но они могут происходить в рамках, наверное, если там действительно состоялись факты, и факт этот, вот они преданы огласке, и спасибо депутатам в том числе. Наверное, человек догоняет свои обязательства на эту зеленку в том числе. Озвучим фамилию, кто выиграл контракт. Администрация сейчас к этой эпиловке, она отношения не имеет. Какое мы можем отношение? Я спрашиваю. Нет. Чисто, если она возникает, то чисто его инициатива. Уже расторгнут контракт? Да нет. Контракт не может быть расторгнут, потому что он по бумагам закрыт. В прошлом году. Он уже оплачен. Работа выполняется только сейчас. Не знаю, выполняются они или нет, я не могу утверждать. Знаете? Я пока веду опрос, как говорится, нашим муниципальным заказом, мне пишут объяснительные, а дальше будем выезжать на следующей неделе на проверку фактически с пересчетом. Почему? Потому что мне нужен человек из отпуска, лесник, который составлял акты для того, чтобы показать вот это. Владимир Владимирович, хорошо, если сейчас... Вы не знаете, кто выполняет, а что тогда не посылать своих сотрудников администрации, которые правомочны за это дело, административную техническую инспекцию. На каком основании они производят выплату деревьев? Если контракт уже закрыт. Может, они и не те деревья вообще рвают? Не могу сказать, Сергей Ильич. Я знаю только то, что в рамках своей обязанности. Вот у меня есть обязанность по проверке, она расписанная. Вот, когда я выйду со своими работниками на место, с комиссией, зафиксируем реальное количество. Вот поэтому по этой проверке я вас могу отчитаться перед депутатами, перед главой. Просто Сергей Евгеньевич, он немножко меня упредил. Дело в том, что просто взять и спилить дерево нельзя. Это или административное, или вообще уголовно наказуемое деяние. Поэтому, Сергей Евгеньевич, если там каким-то адресам что-то плывут, то надо просто звонить сейчас в милицию. Да мы сейчас просто-напросто, у нас существует телевидение, где мы сейчас вызываем милицию. Просто надо звонить в милицию и говорить, что по таким-таким адресам происходит выплата. Незаконная. Незаконная. А скажи милиции, что это законно или незаконно? Это право депутата. Нет, я спросил просто, сейчас есть какие-то контракты действующие? Нет, действующего контракта сейчас нет. Даже если бы он действующий был, у него, соответственно, адреса бы были другие и деревья другие.
переписывать, можете переписывать? Тогда сейчас аппарат туда один задание пускай в полицию и... Ну, я, значит, на 11.40 видел, что опиловка производилась у дома 203 по проспекту Красной Армии. Вот. Представители Родонежи выезжали, они тоже видели, что на северном проезде производилась опилка. Сообщают о том, что там по заявлению депутата происходит. Видите, я хочу задать вопрос. Все прошлые годы существовала практика, когда деньги выделяются в конце года, и когда маловероятно, что они могут быть освоены реально, организации по договоренности обычно писали гарантийные письма. В данном случае было гарантийное письмо? Я сейчас не могу сказать, Виктор Васильевич, вам, потому что это типовая такая ситуация, когда в конце года выигрывается контракт, вот, и ясно, что не успевается, и организация берет обязательство работы выполнить. Ну, вы понимаете, что мы с вами... Нет, ни о чем говорю. Законность опиловки, я спрашиваю, был... Виктор Васильевич, мы с вами не должны поддерживать незаконность этих гарантийных писем. К муниципальному исполнению обязательств муниципального контракта никакие гарантийные письма отношения не имеют права. Либо администрация не должна проводить. Они отвечают за это. Для меня лично, как для финансиста и экономиста, это не основание гарантированного. То есть, по сути дела, мы сейчас видим как бы попытку сокрытия той работы, которая была недоделана, сейчас ее компенсируют. Получается так. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас сказали, что уже еще контракты выиграны, да? Сегодня прошли торги. А кто тогда опять выиграл контракт? ДРСУ. А, ДРСУ? Ну, там было снижение... МУК. МУК? Мне сказали, что ДРСУ. Официально ДРСУ. Официально ДРСУ. А при чем тут МУК? Потом... Официально берешь, Официальные, они официальные другие делают? Ну, я не знаю. Информация была такая, что да. Ну, наверное, у них включение было, а ДРСУ участвовал. Ну, вообще-то, так странно. Вы вот сейчас, вы знаете, что прошли торги, что у вас такая ситуация серьезная идет с декабря месяца. Мы даже вопрос это подняли, что на самом деле украдено столько денег из бюджета, которые мы как бы выделяли. И вы сейчас опять сидите и говорите, а я не знаю, кто выиграл контракт. Ну как вы не знаете, как? Ну потому что торги, как же вы работаете в торги, потому что прошли сегодня, у меня еще результатов этих торгов. Ну у вас даже в комиссию, да, комиссию. Я знаю о том, что было снижение, но... Все знать, подождите. Кто и чего. Ну что вы, никак невозможно. Нет, вы же поставили вас отвечать за возглавить комиссию, по которой на самом деле у нас на сегодня украдено... Великий, я же вам сказал, кто выиграл. Мне сказали, это у меня информация, что ДСУ. Мы просто всегда пытаемся на такие вещи, вот депутаты все нам на вас говорят, а мы на самом деле вот постоянно спрашиваем, нам говорят, а мы не знаем, этого нет, ну так невозможно работать, ну как же вы знаете? То есть вы не знаете и не можете работать, тогда не место, тогда вам... Можно спросить. По факту, что именно вы хотите от меня узнать в данном случае? Нет, я хочу узнать то, что вы сказали, прошла комиссия, прошел конкурс. Ну, абсурд. Вас поставили с 5 февраля возглавлять эту комиссию, по которой на самом деле, я говорю, что ушли куда-то деньги, 1 300 000. С 11. И все. То есть, понимаете, что контракт был, значит, с 26-го проведен, опубликован 28-го числа еще. А, ну, опубликован 26-го числа. И получается, что на сегодня уже, какое сегодня число? 15 февраля. И вы только если пока мы не подняли этот вопрос, то вы можно распоряжение главы вот по поводу комиссии? Ну сейчас я комиссию создаю. Вы сказали, она у меня это. Ирина Викторовна, разрешите ответить на вопрос. Акты есть, выполненных работ, все есть. Замглава один не пришел. А кстати, а почему он не пришел тогда Бочаров тогда? Да, дайте сюда Бочарова, спросим, как он подписывал эти акты. Технический, кто там еще подписывался? Почему они тут не пришли? Пускай они придут и скажут, на каком основании они все это подписывали. Да, пусть Бочаров вам расскажет, как он подписывал. У меня хоть истерию звук в ушах, но вы как-то по очереди, давайте как-то... Да, давайте, Владимир Владимирович. Если есть фактический вопрос, есть фактический ответ. Распоряжение вам принести? Сейчас принесу. Дальше, второй вопрос. Насчет работы комиссии.
Значит, работы комиссии оформляются протоколом. Ответственные лица, это очень ответственных, вернее, как виновных лиц, очень ответственно в этой комиссии их назначать. И я не буду выносить сейчас работу комиссии и порядок ее работы, пока вот у меня есть срок, 10-дневный срок. Я его представлю главе. У нас есть предложение тогда такое, а включить депутатов в эту комиссию? Чтобы мы съездили вместе с комиссией, прям завтра, сегодня нет, даже, вот все вместе с прессой. Нет, сегодня, завтра это не получится, потому что я жду у нас человек, который давно она здесь чистилась, когда разогнали там все. Врачева? Ольга Ивановна, да, такая. Вот. Я здесь с утра с ней разговаривал. Основания необходимости расследования. Она в отпуске. Слушайте, такой лесничий, как Ольга Грачева, который 4 года, я там это, к ней обращаюсь и хоть что-то поспели. Господа, вот человек я ездит, знаю, как обмеры она делает. Какие вот она замеры, знает, куда какое дерево у нее перечень. Вот кого я, может, мне это Ваньку с улицы и поехали деревья смотреть. Ну, правда, надо человек, который может показать. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. В обосновании необходимости расследования в распоряжении главы указано, то, что обращались органы территориального самоуправления. Вы не можете сказать, какие это именно? Нет, у меня глава с ними непосредственно контактировал. А вы сможете уточнить это для нас? Потому что я с некоторыми сегодня беседовал. И как бы я не понял, что они вообще в курсе о том, о существовании подобного контракта. Они в курсе того, что деревья не убираются, приходят к главе на прием и говорят опять о тех же деревьях, на которые, как глава считал, они уже выделены средства, они убраны. Хотелось бы знать, кто это именно. Выскание человеку вовремя на работу не нужно. Или там контракт неправильно составился, пишется ошибка. Это взыскание. В данном случае это конкретный состав преступления. Надо направлять документ в органы, пускай они уже занимаются расследованием. И параллельно должна тогда администрация заниматься расследованием, там, нужны ему эти сотрудники или не нужны. Эти факты зафиксируют у себя. Можно написать, Владимир Владимирович, я с вами тут не соглашусь, надо сначала написать заявление в УВД, потому что такие факты выявлены, и только после этого заниматься внутренним расследованием. Но в УВД необходимо зафиксировать, что это было, ну, такое обращение и так далее, и пусть УВД занимается. А внутреннее расследование, как уж происходило, грубо говоря, это был один человек или внутреннее, или, соответственно, группа лиц, или почему так произошло, из-за того, что какие-то организационные, ну, организация у вас так устроена, внутренние регламенты, распорядки устроены так, что они допустили такое. Вот здесь действительно надо внутреннее расследование проводить, почему так получилось, что привело к этому. Но если выявлен настоящий факт, каждый конкретный человек по данному факту должен нести ответственность. Поэтому я думаю, что здесь Виктор Михайлович абсолютно прав, что необходимо обращаться в УВД по данному факту, и только после этого проводить свое внутреннее расследование. Потому что это не личное дело администрации. Личное дело администрации заканчивается границами самой администрации, границами кабинета, в котором сидит чиновник. Личное дело. А дальше начинается общественное. И это общественное. Вы не представляете себе, что говорят жители нам, когда скорая помощь не может к дому подъехать. Ну, Владимир Владимирович, один совершенно обращается, когда была комиссия. Значит, мнение, сейчас, конечно, ваше, ну, оно существенное и обоснованное, и я его обязательно главе доведу. Значит, но по практике, вот, которая вот, сложилась, да, сначала мы проводим проверку, потом соответствующим заявлением с приложением. Ну, вообще, как бы, органы работают так, они проводят доследственную проверку на основе каких-то фактов, которые ты излагаешь. Не в общем, прошу проверить, потому что это как бы ни о чем. Он приходит и начинает тебя трясти и говорить, скажи, куда, чего где сделать. Поэтому вот эти факты должны быть установлены. Ну, это вот, как бы, в частности, вот наша в этом данном случае позиция. Установлены факты, и дальше эти факты передадут соответствующим заявлением на правоохранительные органы. Констатируем факт, что и год кончился, и конкурсы разыгрались, и деньги оплачены, а деревья как стояли, так и стоят. И жители опять звонят,
И нам уже, депутатам, в частности мне, просто неудобно как бы смотреть людям в глаза. Хотя формально нашей вины здесь никакой нет. То есть мы свое дело сделали, сделали заявки, отдали, в план это вошло, конкурс прошел, а результата нет. С другой стороны, хотел бы сказать следующее. Вот о контроле поднимался вопрос. Как же можно контролировать? Получается, администрация разыгрывает конкурс, она же принимает акты выполненных работ. Городская общественность, городской совет депутатов находится в данном случае в стороне от этой проблемы и от фактического положения вещей. Мы в свое время обращались к Василию Дмитриевичу Гончарову на комиссии по бюджету, которая собиралась по работе над бюджетом 2013 года, и получили от него заверение о том, что представители, что совет депутатов будет информироваться о том, когда и где будут подписываться акты приема передачи выполненных работ. Вот мы, надеюсь, в 2012 году этого не произошло, но, надеюсь, в 2013 все же в совете депутатов сможем иметь эту информацию для того, чтобы по мере возможности участвовать в этих приемке выполненных работ, чтобы и мы могли отвечать за то, что там принимается, в каком это состоянии, вызывает ли это вопросы жителей, в том числе вопрос Совета депутатов. Спасибо большое. То есть предложение у нас такое, чтобы, помните, Владимир Владимирович, вы говорили как раз по поводу технического вот этого учреждения, как эти все работы принимать, как раз и по поводу уборки снега и так далее. То есть активно привлекайте депутатов к данному виду работ, и тогда меньше, наверное, проблем будет в самой администрации, в том числе и по приемке работ. Потому что депутаты свои округа знают, совет у нас подобрался очень активный, и все люди, в общем-то, стараются для жителей что-то сделать, вот, по мере сил и возможностей. Но и администрация должна на встречных курсах быть. То, что люди не просто, как бы вы видите, что стараются для города что-то хорошее сделать. Поэтому я думаю, что это наше предложение, глава рассмотрит, мы его в виде предложения и письма от комиссии главе направим. По поводу того, чтобы технические... Единственное, если там мой комментарий к этому вопросу, но это как бы все равно таки общественный контроль. Да. И его им подменить техническую приемку людей, которые ведут эту деятельность, мы не можем даже физически понимать. Отвечать будут те, кто накосячил. Ни в коей мере, но таким образом будет создан, то есть в голове все равно будет некая помощь, потому что люди неравнодушны в совете депутатов, опять же, Уличком и Тосов. Я помню, например, раньше была система, там, 10 лет назад такая, что ордер на земляные работы закрывался только тогда, когда приносили визу от Уличкова. Значит, хорошая практика, которая имеет подтверждение в Москве, вот это по своему опыту, особенно при той системе, когда... самоуправление домами возникает. Но у нас, к сожалению, пока работа с жителями вообще на уровне ниже плинтуса, как говорится. Вообще просто жуть. Ну, не только жители, я думаю, с депутатами нет, тоже. Нет, специалистов квалифицированных. Нет, меня вопрос технологии интересует, не вопрос взаимодействия политического. Ну да, конечно. Ну, знаете, можно я два слова? Да. Я как ведущий вчера на заседание, мне было несколько тяжело понимать. Присутствует администрация или не присутствует на заседании. Если бы у нас была четкая вот эта система, соблюдалась, то, что предусмотрено в уставе, что глава должен быть на заседании, либо направить уполномоченного представителя, у нас бы информационных надрывов по нашему общению не было бы. Я хотел бы, чтобы эта технология тоже соблюдалась. И я понимаю, что иногда у нас длительные заседания, но, тем не менее, мы должны понимать, что администрация участвует в них, и все, что происходит, тут же будет как-то относиться к тому, что происходит на совете. И вот эти вещественные доказательства, они просто перестанут существовать. Если нужна фактура, пожалуйста, у меня вот видеокассета есть, по улице Центральный, дом 8, по Проездовскому Бирскому шоссе, там много деревьев, а деревья все стоят. То есть неважно же, сколько там, 700 деревьев не опилили или 20 деревьев не опилили, это абсолютно никакого значения не имеет в данном случае. Пожалуйста, фактура есть у депутатов, есть снимки, это материал для предварительного расследования более чем достаточно. То же слово можно назвать?
Я в качестве, как там обычно говорят, морали, да, согласен, прекрасно. Они половерды говорят. Нет, морали. Я просто хочу, что вот опиловка деревьев, это может быть там 1, 2, там 3 миллиона, то есть маленькая сумма по сравнению с теми деньгами, которые пойдут к 700-летию. Если вот мы сейчас не разберемся в системе учета, контроля и оплаты работ, которые будут предстоят, там их столько будет в сжатые сроки, там могут быть такие выкрутасы, да? Поэтому дело чести и совета, и администрации вот на, я думаю, на этом случае досконально разобраться, чтобы система была создана, при которой мы не обижались друг на друга, а совместно работали. Да? Вы абсолютно правы. Абсолютно. И такая проблема, она стоит и давно стоит. Я говорю, сейчас вот глава, ну, я как бы больше как бы за бумажную составляющую, да, понимаете, в этом плане, за организацию такого контроля и прохождение, чтобы документы и все это как бы закрывалось, и в том числе приходится даже вмешиваться в проверку и выполнение работ, и в частности вот по снегу. Вот. Есть проблема с техническим учетом, есть проблема большая. Это вот, и, в частности, эти факты учета вывозки снега и уборки. Они. Ну, дальше, ну, есть мысли по наведению порядка, они будут как бы дополнительно представлены вам. Может быть, в частности, видится, например, полезным или даже как бы необходимым создание даже соответствующего учреждения с выделением функций из администрации по техническому надзору за выполнением контрактов. Эта практика, она там в Москве применима, соответственно, здесь служба будут уходить, и туда передаваться, и уже контроль за проведение контракта должен быть на соответствующем учреждении.